В Химках вблизи дома номер 28 на улице Кирова завершают ремонтные работы по замене участка трубопровода горячего водоснабжения. Проверить ход работ и обсудить с жителями сроки их окончания приехал глава округа Дмитрий Волошин. Мы сейчас отопление здесь поменяли, сейчас будем производить. Уже отопление, которое полностью не до камеры. Это вчера поменяли, да? Да, сегодня горячую воду делаем. По словам специалистов ТСК «Мосэнерго», все работы завершат в кратчайшие сроки. Здесь идет замена трубопровода, разводящей в данный момент горячего водоснабжения. Ветхий участок трубопровода меняем порядка 15 метров, диаметром 89 по горячему водоснабжению. На месте работает бригада, отрабатываем почти каждую заявку моментально и производим регулировку параметров. И если требуется, производим замену оборудования. Дмитрий Волошин встретился с жителями дома. По их словам, теплосети здесь капитально никогда не ремонтировали. Ну, вы видите, никто никогда тут ничего не менял. Вот, теперь так как бы на нашу участь попало. Но мы наведем порядок, как и во всем остальном. У нас было сделано, и с трубами тоже разберемся, не переживайте. По словам жительницы дома Нины Иващенко, благодаря оперативной работе по замене труб, отсутствие отопления люди ощутить не успели. Дом отапливается, тепло, даже вот с 8-го этажа житель даже вообще сказала, батарея очень горячая. Мы понимаем, что район старый, вот, но однако все равно работы проводятся. Вот, и дом живет нормально, все наши заявки выполняются. Ну вот... Так, в общем-то, в дальнейшем никаких таких претензий, ну, нет, живем нормально. Также жители обратились к Дмитрию Волошину по вопросу благоустройства придомовой территории, в частности, оборудования остановочного павильона близ дома для маршрута номер 345. Глава взял этот вопрос на контроль. Житель, постоянный житель Химок, уроженец Химок. Вот, и поэтому какие-то, если проблемы, я знаю, в общем-то, все телефоны. Вот, звоним, все это выполняется, все наши заявки выполняются, город чистый, спасибо. Все убирается, спасибо, все чисто. Нам приятно, правда. Напомним, что жителям, в чьих домах отопление включили позже установленных сроков, проведут перерасчет суммы за коммунальную услугу. В Химках этот вопрос на совместном контроле главы округа, депутатского корпуса и городской прокуратуры. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.